Согласование с местной администрацией – одна из проблем в благоустройстве Ленинского района. Нередко такие объявления содержат недостоверную информацию. Любая реклама и рекламная конструкция законна только если размещена с разрешения местных властей. Это является гарантией того, что информационные материалы не навредят общему виду города, не будут мешать водителям, не упадут при сильных порывах ветра. Инспекторы территориального отдела номер 25 Госадмтехнадзора Московской области провели рейд, в ходе которого выявили несанкционированную рекламу на Каширском шоссе. В ходе нашего сегодняшнего осмотра было выявлено такие замечания, как размещение информационных средств на ограждениях земельных участков. На данный момент сказать, что это является нарушением, пока нельзя, так как документов, разрешающих на их размещение, пока не представлено. Возможно, они есть, возможно, их нету. То есть по информационным средствам собственники земельного участка были вызваны в территориальный отдел для рассмотрения вопроса и выяснения обстоятельств. Также в ходе рейда на Каширском шоссе административно-технические инспекторы провели осмотр остановок общественного транспорта. По автобусным павильонам выявлены некоторые нарушения, в том числе размещение объявлений на автобусных павильонах и частичное разрушение ограждения, то есть фасадов самих автобусных павильонов. То есть по данному факту собственник будет вызван в территориальный отдел для принятия мер административного воздействия. Автобусная остановка, помимо удобства ожидания общественного транспорта пассажирами, должна служить украшением дорог и улиц. К сожалению, некоторые остановочные павильоны имеют серьезные нарушения внешнего вида и прилегающей территории. И с первого взгляда становится непонятно, что за странное сооружение стоит рядом с дорогой. Ответственным за содержание данных объектов является Мосавтодор. Госадмтехнадзор и дальше будет контролировать ситуацию на дорогах Ленинского района. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.